Московский офтальмологический центр за первый месяц работы посетили более 3000 пациентов. Это видеоверсия сайта «Моя Москва онлайн». Прямо сейчас расскажу подробности. На официальном сайте мэра столицы сообщается, что Московский офтальмологический центр на базе Боткинской больницы за первый месяц работы принял более 3400 пациентов. По словам замэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, с 30 декабря в нем провели более 260 операций. Центр проводит весь комплекс диагностики и лечения больных с заболеваниями глаз. Также в круглосуточном режиме работает отделение неотложной помощи. В центре установлено более 1000 единиц современного офтальмологического оборудования, также увеличены мощности операционных. На этом у меня все. Следите за новостями столицы не только на сайте mymsk.online. Всего доброго!